теперь тот же опыт, но с диском, который подвешен за край. Пока скорость диска была небольшой, я имею в виду угловую скорость его вращения, он вращался вокруг одной из главных осей, а именно проходящей через центр и лежащей в плоскости диска. При достижении достаточно большой угловой скорости устойчивым стало вращение вокруг оси симметрии диска.